Так, по две печеньки, да? Это хорошо. Какой план, короче, сегодня? Сегодня, значит, ТТГ ГМХМ закрываем. И это. Значит, идем в десяточки. На десяточке, я надеюсь, не будет там 5 желающих. Если будет 5 желающих, ну, я не знаю. Надо это, чтобы побольше было. Где Шектор, кстати говоря? Ну, я друлем могу, либо купалом тем же. Я тут трэш привел. Короче, вот эти ТТГшки быстренько закроем. Ну, в плане того, что... Ну, обучение там, я не знаю, вряд ли будет проводиться. Если кто-то вдруг тактики на ТТГ не знает, то, ну... Не знаю, одного вагона еще можно новичка взять. Но чтобы остальные там прям жесткие были. Чтобы не надо было там, блядь, разжевывать, как, что нажимать, свой класс. Быстренько пройти. Вот, и потом, если все не поофаются, ну вообще, не рекомендую офаться. Все, кому нужны печати, пустоты, пойдем в этот, возможно, даже два рейда соберем. Так что вообще не офайтесь сегодня как можно дольше. Войт, а меня затащите на оперу. Насчет оперы. Нужно, чтобы вы посмотрели либо тактику, ну, вы чтобы знали, что делать. Я тактику знаю. И что делать-то. Вот. И туда нужны люди, ну, с охуенным топовым ДПСом. Я ее, допустим, не танчил. Чтобы затанчить, это надо тоже посмотреть, когда что прожимать. Я могу за пристав сходить. Я могу похилить на синтейке. Да вы сегодня хотите в кару пойти? Насчет кары, значит, опера попозже. А это самая задача сегодня такая: собрать два рейда и выбить в каждом рейде по две печеньки. То есть убить смотрителя и пусть это. По три. Погибель. Не знаю насчет третьей, не знаю насчет Молчезара. Не, ну если прям оба рейда, 20 человек, все прям знают тактику на Молчезара, то тогда без проблем. Главное, чтобы они сами все сразу купили, блядь, перед рейдом, чтобы мы не стояли там полчаса, не ждали. А, ну и насчет идет. И насчет понедельника для Геры ЦЛК. 8 боссов, ладно, фиг с ним. Готовьте на квартальных боссов, когда пойдем. Готовьте обязательно себе припоты. Буду смотреть details, будут линковать в рейд. Не пьете припот, будет ГП. Вот это правильно. Ну и за квартальных. А если ты... Начнется начисление ГП за каждый вайп. Будут разбираться. Живите рыбу. Первый на боссе я. Москон танчил здесь. Лингрен на трэше. Москон, там будет каст. Сокрушающий удар. Он длится секунду. Во время этого каста, ни после, ни до него, надо будет нажать таунт. Ты будешь таунтить с меня. Вот вся твоя задача. Там 15 секунд держишь, потом на тебя эта хуйня кастуется, а следующий танк с тебя забирает. Я первый, ты второй, и третий будет этот. Кто там у нас? А, блядь, а я его свичнул. Вот Биг Дэд тогда, блядь. Или может Хурюка спекнуть? Лингрен, Войд, Масхон, танки, да? А, давай этот, Хурюк спекнешься? Пускай Биг Дэд дамажит с этим шевом своим. Короче, ты будешь с Москона забирать, смотри, чтобы он не сдох. Вот, а я с тебя. Ты третий, Москон второй, я первый на боссе. Жрите рыбу, пейте фласку. Где у меня там на хп, блин? Сука, а куда я фласку на хп дел? А, вот он. Так, сейчас я кубы быстренько расставлю. Но кубы плюсуйте сами, и это, кто желающий. Кто нажимал уже там. Так, злобный ты хил. Не пойдет, наверное. Так, Шалфир. Вадикон. Когда сам накидываю. Равист. Равист, не лагаешь? Так, магии, кто с вас кубы нажмет? Песа, нажмешь куб? Так, Песа, треугольник. И еще одно тело на куб. Мистери, нажимаешь куб?
Ты, кстати, в демоне. Нажимал, давай. Кстати, в демоне, надеюсь, да? Не, я в Дестрике. Могу быть в демоне. Ты должен быть в демоне. Я тебе говорил, когда ты один в рейде, блок, ты должен быть в демоне. 700 СПД, они на дороге не валяются. Заходите сюда. Да я думаю, столько не даю. Сейчас я скажу, сколько ты даешь. Начнется бой, я посмотрю. Спирит Биг Дэм. Друли, лапку киньте. Все по отчету всегда. Сейчас когда бить начнешь, я посмотрю, сколько этот, сколько ты даешь. Че, повешался баф уже? Да. Сейчас я посмотрю. Так, ближний бой. Магия, да? 590, 594. 600 СПД раздает, нормально. Да, нормально. Ну, это как бы, ну, без этого, это считай, что два элема типа стакаются. Потому что элем, что там, 280 дает СПД, элема, во-первых, нету. Вот, то есть это обязательный баф. Если бы ты был в Дестрике, ну, нам бы намного хуже было. А СПД апает хилов, апает этих РДДшников всех. Вон, все маги почему хуярят. Ну, что, а если бы я помощь умел? Не, ну сегодня видел, вот сегодня как раз я, походу, самый первый звезды, кто увидел вот это вот, Шагюла обновил. При мне Узура, или как-то так, ник был демон, и 20-ку на норе кидавал. Но он там, конечно, и заряжен, я там 270, 269. Ну, норки там овербафы всегда, там уже еще касты на эти бафы. Да там еще лагаешь, ну не знаю, по крайней мере у меня лагает. И ПГП стенба не надо писать. Просто в субботу приходишь и все. Ну, я, по крайней мере, с ИПГП стендбай не играл. Особо пока надобности не видно. Потому что если больше людей будет намного, может, можно. Давайте герой. Истерию надо? Не забывайте стопать, когда печать заканчивается Мактеридона на вас. Стопать каст. Иначе проебете ману, еще и урон получите. Норовист урон получил, ману проебал. На кубы вставайте там. Вспышка скоро будет. Рядом с кубами находитесь. Нажимаем кубы. Все, отпускаем. Отпускайте, отпускайте, не надо держать. Мистер. Так, демоном подводи. Демонов хуярим, сбиваем каст, диспелим проклятие. Подводи к порталу. Крюк. Крюк не слышит. Ставим эту хуйню вот сюда, я его ешь. Проклятие. Вот здесь вот дикона заберите, маба. Круг, круг, круг. На куб встаньте кто-нибудь. Эй, я на круг прибежишь. Ровист покорес его дикона. Что успеет треснуть еще. А уешьте трэш. Будете трэш играть. Убивайте трэш быстрее. Все, сам круг займу. Каску лапу пристабав обновить.
Бурюк, забери с Маскона, или что? Трэш, бейте. Вспышка 10 секунд. Готовимся кубы прожимать. Добейте моба. В центр идем. Готовимся, сейчас возле кубов своих стоим. Сейчас каст закончится, нажимаем. Все, отпускайте. Все, давайте фулл АОЕ по боссу и по трэшу. 2% и трэш одновременно заливайте, готовьтесь. И 1% на боссе переводим. Хурюк не забрал. Вандикон ресы. Маскона. АОЕшьте трэш, готовьте стан дать. К звездочке отходим. Захиливаемся на фулл. Дай шелфир на хп. Сейчас с меня готовьтесь забрать, сейчас он не кастую. Каску лапу пистобав там по Маскону обновите. Ну вы хилите? Вы будете хилить? Ого. Ложитесь. Что это за хуйня? Вы в луже решили постоять все или что? Нас вроде бесы убили. Да бесы сорвались. А как они вообще убить могут? Ну их не били. Они скастовали, взорвались. Что, блять, не добили бесов, что ли? При мне такой херни не было. При Собяне не такой херни не было. Скорее, при Ражнике он всегда косты сбивал. В натуре. Ясно, нахуй. У тебя что-то омоложений мало, злобный. Напутано у тебя что-то. Уложение на первом месте должно быть, буйный на втором. Покроительство зачем тебе вообще? Два скилла только, уложение, буйный рост, юзай. Он восстановление вместо покрытия лучше юзай. Периодический урон здесь. Покрытительство, в принципе, можно кастануть два раза в танка. Когда идет сокрушительный удар. Один раз в начале каста, второй раз кастуешь и в конце быстрее прожимаешь. Он без щелбота играет. Ну, значит, надо исправлять это дело. Омоложение, буйный рост, твоя ротация. Все, другое ничего не нажимай. Ну. Ничего страшного, ты просто не кастуй бесполезную хуйню. Т9 играет через омоложение, потому что она критует. Может быть критическим. Омоложение, буду рост прожимаю, все. Ходите. One.
Блять, долго там моб этот, блять, будет появляться, нахуй? Чё это? Забивайте мобов. Чтоб припод хоть выпить. Ты вот первый танчишь, да? Да, да. Курюк, поздно. Злобный рез и масхон. У него КД. А, тогда водикон. КД. У меня почему не показывает КД. Лингрен, готовься с меня забрать. Лингрена заберешь. Трэш по очереди танчим. Подводи к порталу. Нажимайте круг. Натыкните. Круг нажмите. Круг, круг, круг. Хорошо. Так. Ты будешь, значит, с него забирать, с Лингрена. Трэша уешим быстрее. Забрал хорюк, да? Mm-hmm. Все, эту хуйню. Поставьте босса только в трэш. Возможно это, нет? Чтобы это все уешилось одновременно. Я сейчас с него буду забирать. Пару костов сам собьешь, но оба стаунти, что берешь, но не могло. Давай. А уешим быстрее эту хуйню. ДБР сколько, Вадикон? Ну, еще 3 минуты. Так, уровисты минуту. А уешьте мобов в приоритете? Там диспелить надо, если что. Ай, блять, ебаный в рот, нахуй. Он злобнул другую? Ага. Ну вот хурюк должен забирать сейчас. Настроя, вы в курсе? Слингер. По кубам встаньте. Прожмите кубы. Отпускайте. Тут же стоим, тут демонов я уешу. Вышел демон, в него переключились, я уешу. Так, ты с меня заберешь. Мобов помогай ему. Помутить. Вот сало им давайте, сбивайте косты. Равист масхона реснишь. Еще гер есть. Ну это, давайте Геру в босса переводим. Одного моба доляйте, двух оставьте. И диспельте проклятие. Вот вот этого доливаем сейчас. Череп поставил. В босса переводим. Убила Лингрена. Короче, это самое, ложитесь в пизду. Ну масхон это живой. Я ебал эту хуйню, блять. Ладно, давай попробуем. Переводите босса. Переводите босса тогда. Вспышка через секунду. Ого. Луну убила. Да не, я ебал в рот эту хуйню. Не, ложитесь. Какая-то залупа нахуй. Задрочила ебаная. Сейчас он, блять, вайпнет всех. Thank you.
Хрюк, у тебя что с танкованием? Вообще хуёво. Опыта давай мало. Поменяй меня просто, я буду на бойсе, он пусть на траше. Да, ну, придумал тоже. Не получается у тебя прожимать там, ничего лагает у тебя. Если во время коста не прожимать таунт, будет убивать танк. Я прожимал. А у тебя сколько меткостей? У него вот это агро как магическое идет. Атака или что? Вот. Ты имеешь в виду скилл, который агрит? Ну да, ну, вот, у допустим, у Мишки... Символа там... нету на таун. Символа нету, наверное. Ну вот, символа нет, поэтому и не сагрил. Ни в тот, ни в этот раз. Нет. Нету у тебя символа на темную власть? Пацаны, есть у кого? О, инчантер. Начертание. У тебя есть такой символ? Можешь ему скрафтить? Мистери. А я не знаю, я просто так... Сейчас, как он на какого найти? Короче, да? Блять, ставьте шкаф нахуй. Сколько у тебя там процентов меткости сейчас магической? Все танки должны иметь 100% таун. То есть, если нету рейтинга, значит покупаете символ всем на будущее. Восхон, у тебя, надеюсь, есть этот символ? Субоньте меня. Если вы делаете спек, поинтересуйтесь гайдами там всякой параши. Куда Хрюк делся? Тыкать. Ты символ что ли покупал? Да. Я, блядь, тебе тоже покупал сейчас символ. Короче, заходите. Только не АФКшите там вот это. Не надо отходить. Вот Вадикон, Давакин, где вы? Я здесь, сейчас я тут. Секунду буквально. Да там это, что-то рыбу не могли поражать, вот сейчас поели. Может, меня не было, может, из-за этого. А, ну да, рыба-то твоя. Давакин, ты тут? Блять, заебись. Кнопочку такой нажал, бах, рыба отключилась. Типа, может, из-за того, что протодулся. Ёбаный в рот, нахуй. Да я тебе написал, вылетел, сейчас зайду. Кто там, блядь, дрочит на клавиатуру? У кого-то какой-то стук происходил. Тебе показалось. Ну где он там, блядь? Да вы что, сука? Сейчас все будет. Я разъебу этот поезд. Сука, я бы разъебал тех людей, кто это придумал, нах. Паровозники ебаные, блядь. Да что за параша, нахуй? Ну, блядь. Сука, КД. Дайте еще один, блядь. Она не больше играет без звуков. Чего вы это?
пуляйте. Да, сектор, да. Ну, скажите, что пусть собот приходит. Ну, он сам написал. Чертворцев быстрее набивайте. Ты хуй знает, что вы е мало, вы будете уешить вообще или что? Что вы делаете? Дамага нихуя нету. 20 тысяч что-то не очень. Тролл Дэя, вот не знаю, что за маг. Там что-то у них мало, что они не могут уешить? Это аркан? Я в аркане, у меня только мислы его уешат раз через раз и все. А этот кто? Аркан, этот Explosion, вспышка эта ебаная. Не уешь? Так она хуй не наносит, по-моему. Насколько я знаю. Не усиливается никак? Нет, она, к сожалению, никак не усиливается, только не свой. Взрыв. Столб. Он просто неправильно уешь. Неправильно, не умеет, короче. Так а чё, а как там на аркане? Только чердейский взрыв кастовать, а вот эту хуйню остальную не надо, раз она меньше наносит. Да у него вспышек уже уедет, нереально. А там... Ну пусть сделает фаера. Почему-то нету на фаер. Значит не делай. Ау. У тебя там на NCK 4T4 есть? Нету. Ё. Да я не выбил. Я сколько хожу, там просто не падает на пало в гэм обычно. Блять, я не могу, нах. Чё ты не можешь? Злобный ресай Масхона. А чё, ультраприз, ты вообще щиток даешь ему в каст? Обновляйте каст. Я всегда пистолет даю в каст. На всех щиты висят. Вспышка 10 секунд. Просто может он тонкий, я хуй знаю. Конечно тонкий. У него 60 тысяч. Бля, ну я же держал, у меня тоже как бы немного. Скелеты выходят. Все, отпускайте. Значит, это самое. Масхон, прожимай прожимки все. Как они называются? Не зыбку, всю хуйню, не жалей нихуя. Не должен так вздыхать. Значит, ты сейчас хурюка забираешь, Масхон. Скелетов бьем. Давайте Геру, кстати. Вспышка 10 секунд. Вставайте по кубам, скоро вспышка. После коста прожимать надо. Масхон с хулика забираем. Сейчас после этого коста ждите. Все, отпускайте. Будем стопать по боссу. После того, как зальем мелких переведем. Сейчас пока бейте.
Стоп по боссу. Готовьтесь его ешать. Я слушаю, ходите. Все там вышли, нет? А чё, я же забирал, отдай сюда. Забери хурюк. Маскон с хурюка забираешь? А уешьте в мелке. А я с маскона забираю. А уешьте. Одна десятая процента. Да, заберите босс. Все, босс. Все, босс перевелся, пошли в звезду. Мелкие там живые есть, посмотрите глазами. Вот, вот этого мидера. Два штуки. Убейте их. Пули вы просто так бегаете. Убейте этого моба. Я забрал. Маскон сейчас будешь с него забирать. Хорошенько его плотно хильте. Ставьте тотемы там. Булфир на ману. Бодикон по Акисе. Равис по бидону. И это. Стопайте каст хила, когда на вас печать. Маскон сейчас с него забираешь. Сика, чё, блядь, проебал каст? А? Проебал, говорю, ману свою. Какой? Ну, маны нет, я просто оверхилю. В чате я бы понял. Написала. Это что-то была, мана сейчас нету. Да я вообще не шарю, как захпал играть. Я играл 100 лет назад. Еще ханта добрал. О, бисовый же забыл. Ага. Ну да. Хант откуда? Ну. Он наш с шляпой. Как ник у него, я знаю. Да, по две. Ну, аркан. Арканавт, помнишь, такой? Да, да. И Вика еще, да? Вероника. Сейчас зайдем. О, Вероника, точно. Так, ну печати поехали. 6 печати сегодня лутанете. Так что смелее сотку нажимаем. Ну так бы ссылка 20 е падали по 2 токена. Ну а то поставили, блять. Да, в натуре. Может когда-нибудь и будет падать. Да нихуя, они недалекие нахуй, им же донат надо. Дебилы, поставь одну обычку, блин. Да обычки, блин, из 10 гер падают, блин. Из 25 обычки, нахер они нужны. Нет, им надо было еще в гер. Что я подписывать не умею? Угу. Плащ Мика заебать. Надо кому-то. Крит. Маскон. У тебя мейн танк будет считаться, да, Маскон? Макс, блять, хоть прочитаешь. Ага. Нет, блять. Игрок не найден.
тогда себе закину пока что. Потом обмен кинешь. Журавль. Там если кому-то надо какую-то вот эту шмотки парашные. Парашные, говорит. Останьтесь возле босса. Для кого-то, как бы, сейчас, в данный момент, они, может быть, и не очень. Блять, игрок не нравится. А есть люди, те, кто, блин, за этим даже ходят пока еще. Ну, конечно. Бля, мне жезл нужен, прям, срочно, по-любому. Жезл, вот, прям жезл, писал. Видишь, топовый, прям, 260-й, на. Еще есть соки там. Он лучше, чем 271-й сеток с ТТГ. Эй, потому что у него есть сокет. Эй, распыл нажимает, блядь. Хорошо. Не забудьте, что вы там тыкали, типа, блядь. Это мне себе придется закинуть, а вам потом обмен давать, блядь. Сумка. Ну... В боссе оставляй. Да, в натуре. Вот чага, блядь. А не будет такого, что, ой, вы забыли предмет, вот вам на почту пришел. Подпиши, пожалуйста. Чего говоришь? Да, нормальное название, подпиши, пожалуйста. А что там, это, армеец не может подписывать? Я забыл что-то. Нет, а, не может. А, да, так бы была бы вакханалия в натуре. Ну, нормальное название это какое? Это вот такое? Вероника, да? Да. Хэпал, пэпал и ретрик, да? Хэпал просто пиши. Ну, это вот это, Black Rose, там была такая гильдия. Это... Черные дырки? Оно нет? Нет. А у тебя еще жена вроде играет, нет? Это не ты? У меня нет жены. А? У меня нет жены. Нурик, он студент или нет? Я не студент, я же магистр. Все возможно. Магистр. А, магистр. Магистр. Магистр Йода, нахуй. Ты джедай, блядь. Он джедай. А ты на какой стороне? На светлый или на темный? А как правильно? Джеда или... И джеда или джедай? Так а сколько сторон вообще? Сумеречные это что? Стороны две. А у нас в ноябре только две стороны. Сумеречные, либо светлый, либо баланс между седьмой и светлым. Это как магистр Винду? Как почти как Мейс Винду, да. Мейс, ну, магистр. Да, магистр. Да, учитель. Вот, а ты на какой стороне? На светлый или на темный? О, блядь, лучше не спрашивай. Такой, такого цвета ты не знаешь, ну. Там пиздец. Блядь. Я йоду учил. Ну это ближе к какому? Я йоду учил, если что. Это больше вою? Тебе вою? Нихуя. И Палпатина учил тоже. А кто-то вообще на светлой стороне остался? Ты воины света. Ты что? Паладины, блядь. Ну да. Ну так-то, если подумать, да, ДКшники, они на темной стороне. Или темная магия, да. Вот присты, они в натуре там могут быть серыми какими-то, да, то есть. То, блядь, щиток в себя закинул, то есть похилил, то тучку прожал, да, то есть. Все, Войт, выходи, короче, к рулю, у камня будем дуэлиться. Ты это... в танке, я в танке. Давайте это, досумоним сначала, что-то людей тут мало. Блять, ни одного плюса, все ясно. Вот это ГГ закрыли уже? Нет. Мы ГГ пошли. Выпанулись, нахуй, три раза. Четыре, да? Вот тебе плюсик, нахуй. От воина света. Сейчас еще пару тел присумоним. И это, ебашите трэш. Это, кто это за шмотом там, покидайте мне обмен. Маскон кинь сразу на плащ. А то у меня эта параша в сумке лежит, блять. Так. Ну, правильно, пацаны. А тебе и то, да, по-моему? Чё было это... бы неплохо. Ну так ты и то сролил. А, вы просто табличку не видите. Так, получается 150. Идите, бейте мобов. Я бы вообще это... Прото бы на этого пала собрал. У меня тут 4-4 есть. Ну и шмот тут плюс-минус. Как-нибудь соберешь, если будешь им играть в двух рейдах часто. Так, ну кто суманулся, тот суманулся, остальные пускай летят. Да, не, мне типа, ну, похуй, да. Похуй, да.
А кто по итогу жезл полутал? Ультраприст. А я кому отдал? Ультраприст. Мне я отдал. Ну. Так, значит. Блять, как бы так сделать, чтобы Москон не сдох? Мы можем злобного в танк спекнуть. Ёбаный покос. Ты как что придумаешь, так хоть пиздец вообще. Хоть стой, хоть падай. Я думаю, наверное, двоих потанчить можно. Я хуй знает. Короче, Лингрен будет короля и Кеглера держать. По заливке маны там вот каждый рейд, когда идете, договаривайтесь сразу. Вот, допустим, этот. Давай сейчас будет. Вадикон, всегда инсики заливаешь. А Равист. Ну, заливай всегда бидону. Вот. А злобный, короче, заливай всегда Акиси. Вот. И если маны не будет. Короче, по тотему я скажу. Сейчас посмотрим по монетам. Москон, твоя задача, значит, череп танчишь в черепе. Когда танчишь, смотришь на себе дебаф. Ты был тут, нет, Москон? Москон, Макс. Пойми, блять. Не могу прочитать буквы Х. Москон, Москон. Так, дать голос. Как дать голос? Да. Сейчас посмотрим. Роль дай ему. А там нет роли? Ну, да. Наверное. А как он DC подписан? МВП Султан, Мэтт Фокс, Хэлла, Геншин, Синтайна. Это не то, наверное. А как у него ник там в DC? Так же, говорит. Так, сейчас поищем. Бидон, Буребек, Далакин, Килшот Х, Вихрь, Масхон. Масхон. Над ПС он находится. А что, вы роли не можете Масхон, давать? Масхон, там же, менеджеров дохуя. Вот, вроде ты должен говорить. Новичка дал. Здесь у тебя не активация стоит. Надо ставить на рацию, режим рации, чтобы говорить. Оно там автоматически переводит на рацию. А, ну это я не знаю, может перезайти надо в канал. Да, надо Discord перезайти полностью. Короче, твоя задача держать череп в черепе. На нем будет постоянно кидаться эта хуйня, как называется, каст. На тебе будут обновляться стаки. С третьей на вторую секунду он обновляет стаки там до 10 секунд. Тебе нужно на четвертой или на пятой секунде прожать антимагический панцирь. Когда антимагический панцирь висит на тебе и босс на тебя эту стрелу кастует, он на тебе стак не обновит. Самое главное, вот сейчас это сделаешь. Там, может, даже с пула там 2-3 стака он на тебя накопит, ты посмотришь, где дебаф. На четвертой, пятой секунде главное смотри, чтобы сила рун была на панцирь. Обновишь, ставьте шкаф, ДПС. И с тебя стаки скинутся. И все. И дальше просто как панцирь откадешился, так же по КД эту хуйню проворачиваешь. И все. На это... ком частицу держать? Это твой босс. Частицу на Москоне и держи. Окей. И меня хили. Бурябай возьми. Так. А что ему взять? Огонь или тьму, да, будет выбирать? Смотря какой босс активирован. И МА прожимать, если что. Так. Да похуй, там ты 4 дохуя. Вместо воздаяния ауру сосредоточения поставьте. Хурюк, луну танчишь. Значит, сбиваешь ему молитву исцеления, только каст. Мелкие не сбиваешь. Я крестик держу. Ну, Лингрен, соответственно, звезду, треугольник в это. Так, надо снять ассистов. Так, проверка. Будем начинать. С пула никто не бьет.
Так, готовы были? Даю отсчет. Отсчет только для танков. Остальные стоим, ждем, пока агро наберется. Открылся кеглер, треугольник. Смотрим на агро. Там агра нету сейчас. Да окин на пульт. Милики, три роги, идите. На пульте. Треугольник. На Лингарда. Ой, барашка, барашек. Засейвьтесь. Короля забрал. Все, ложимся. Ложимся. Какой нехороший, да, босс. Ну. Тут нужен мишка. Потому что танка превращает в обслу. Да падаем. Вообще обоссанный босс, нахуй. Пидорский говно, блядь. Просто нет слов, нахуй. У злобного есть мишка, он может потанчить. Он а хилить кто будет, блядь? Я буду, блядь. Я похилю. Ну, блядь. Вчетвером вы будете хилить. Так у нас 6 хилов. Где 6? А, это... Нет, забей, это шипы перехилил. Сука. Ну, Буря же еще может хила вроде бы. Я не знаю, как он отыграет. Ну, блядь. Ладно, Бурибай, спекай себе в хабала. Злобный в мишку. Вот тем более, Бурибай, собаки, уже хилил. Пожалуйста, да, Бурибай, хилил, никуда не бегай. Повернись к ней спиной, Максон. Все. Живс стоял, пацаны. Он и сейчас стоит. Живс стоит. Вот он. Вот он. Видите, вот рядом с собой, ровистом. Показывает им своего мишку. 30 тысяч хп. Да он еще не в мышке. Давай, расчехляй медведя. Вот, 50. Ты 100 на жезл кидал, султан? Я что-то не помню. Ты ролл кидал или что? Там же я в этом в аддоне смотрю. Ну-ка, давай отнимем 150. В натуре, блядь, охота, сука. Я линканул. Могу еще линкануть. Так, ты жезл еще не зачарил там ультраприст? Нет. Тогда дай султану. Десятка, блядь. Нет, его нельзя чарить. Туда, если камень ставить, уже все. Вроде бы. Или нет. Такая странно. 50 гп начислил ультрапристу и 100 султану. Так, я, получается, короля буду, да? Все в порядке, все в порядке. Ты короля. Это, да, недалеко там треугольники. Короче, ну, ближе к нам пойдешь, чтобы не отлетать. Ну, и сюда, где дымок, где вот рейд стоит. Только подальше от реби. Короче, где-нибудь найдешь место. Я найду место. Этот. Кеглера, значит, злобный. Чтоб тебя не превращало. Ну и остальные также. Рыбу ставила, нет? Рыбу. Короля ты будешь держать? Лингарм будет короля держать. А, окей. Собака интересуется, кто танчит. Собак будут милики убивать. Напулите. Главное, три напула оставляйте на появление собак. Роги. И как только лог открывается, напуливайте массы на эту маску. А потом, как одного босса убьете, одного из этих, но один танк может идти и также собак танчить. 4, 3, 2, 1. Смотрим, кто откроется. Лок открылся. Давай одну собаку заберу. И две. Давайте Геру фулл ДПС по локу.
магии в третьей пати диспелим. Солы помогаем. ДПС маловато. Красноязычие не забудьте кинуть. Я на него взвешу, очки пить. Красный язык прикинул так. Блин, а мне сейчас по этому поводу шутка есть, но ладно, не будем. Потом пошутишь. Луну бейте, РТД. А Геро так и не дали? Нет. Это злобный друль, поставь метку, иначе если король выберет, блять, скорее. А, хотя. Не, вряд ли. Забей их. Не проебите хурикатор. Крюк, у тебя же Т4 есть, да? Да. Ну, короче, там, когда 15 секунд... А, это же не маг. Все нормально. Пиздец, я половину боя бил без темной стойки. Сука. Ты этот каз сбей. Типа глаз опять открылся. Че, давайте Геру добьете его, я думаю. Вихрь жму. Как он сдох вообще? Священный огонь. Устрабал. Так, какие составь тотем? Шалфир на ману читай. Максон, забери собак. Давай, Равист по Бурибаю, а Вадикон по Акисе. Я отдал Вансику. А, ладно. Кеглер. Откидывающий, который... Милики, можете его бить так-то. Так быстрее убьем. А не тусоваться там на боссе, который закрытый. Там только отбегать надо, как на Зулджине. Опца, аккуратно. Босса с рейда. Значит, бидон, ставь тотем, ультраприст, гимноман. О, крестик. Немножко там на РНЖ стойте, чтобы друг друга не увешать бомбами. А то вы стоите по 20 человек лутаете, 3 бомбы. Или выносите их с пачки рейда, где-то темы стоят. Или стойте на РНЖ. Приз, готовься. Читай на ХП. Что-то ультраприз не прочитал на ХП. Лок открылся, лока добивайте все. Олма добивайте. И проклятие не спойте.
ману как-то регеньте пока. Так, следующий босс это F10, правильно? Да. Там, да. Добиваем кроша. Чё с маной, Нсика? И зачем ты сейчас на хп гим дал? Мисклик. Это хуёво. У меня сейчас 900 уровней. А вот на вот этих боссах красноязычие действует? Ну, он дольше кастить будет. Он сейчас крош начнет кастить, когда? Ну, уже нет, его убьете. И дольше дамаг будет. Ну, я стараюсь на всех кидать. Ложный выпад прожимать. Вам руки вообще не надо отбегать от этой хуйни. Сильно не помогает. Ложный не помогает? На вот этой... На шамановской. Это одного каста спасает, но там все равно надо отбегать. Типа через каст, да? Да, двух. Мельки отходим. Ну кто-то там Биг Дэм пускай бьет, и этот Спирит там, допустим, Дисгрейс. Там, в принципе, у вас не так. Мать, он это... Кричит, как этот, как свинья какая-то вообще. Слышите, как мычит прям вообще жестко. Как Минотавр какой-то. Блять, играл в этот Assassin's Creed, который Одиссея. Там нихуя. Ну, бегаешь такой по Древней Греции. Ну, там что-то Минотавр, типа. Короче, пацан какой-то, вот, говорит, я там тебе экскурсию проведу, ебать, я там ржал, короче. Он рассказывает, все заливает, прям, вот, говорит, Минотавр. Потом в итоге куда-то увел каким-то этим разбойникам, никому их разъебал. Да, ну, помню. Прям, блядь, угарно. А потом, ну, до настоящего Минотавра дошел, там тоже пацан какой-то мелкий его сопровождал. В лабиринтах в этих, блядь, нихуя. И, короче, Минотавра, блядь. И этот, ну, такая тупая игра, блядь, просто этот, кто он... Я за мужика играл, не за бабу. Алексиус такой, блядь. Говорит, блядь, нихуя, говорит, Минотавр. Говорит, ебать, сука, и нечего больше сказать. Минотавр. Ну, а хули ты хотел? А ты чё, играешь типа в эту, как он называется? Спойлеры, кто-то ещё проходит эти игры? А сингл, что ли? Спойлер, в конце все умрут. Нет, вообще-то. Пока не агрить. Нет. Да как минимум от старости.
Да как минимум от старости. Не-не-не, они бессмертные, блядь. Вот ты там как-то странно зачислил жезл и ГПшку. Там был хенд у него. Ну так ты этому при 150 дал, а могу 100. Ну потому что у него хенд за 50. За половину. Остался. Я ему 150 снимал. А, все, понял. Ой, Лингрен получается. Да, мне одна нужна, спасибо. Так, а вторая получается... Бенстиллер получается. Пояс получается. Кому надо? Никому не надо. Чё, тренинг опять не упал? Так, голова. Тоже никому. Ещё не били голова. 10%. И пуха. 100. Инсика, блядь. Сотку прошу. Все. Все, да. Побежали. Не стойте там, мобы все равно вас будут убивать. Там пробежим диван, дадим. Главное, чтобы мистер не сдох. Шкаф дал, когда есть. Блять, не та кнопка нахуй. Полетел. Нихуя, чардж, сука. Чардж, боишь покинуть тело. Вот тут даем диван. Там месяц был. Главное это. Смотрите, чтобы мобы свейдились. Вроде и выйдется. Нормально. А их, мне кажется, отодвинули. Раньше они ближе стояли. Да нет, вроде так же, у ворот. Так, сейчас я пораскидаю пати. Кто будет руки закрывать, значит. Ну, Лингрен стопудово. Дикона сюда. Ну и Хурика, наверное, кинуть. Нет, Масхона кинуть. Масхон. Ты с ним закрываешь. Ты пускай дамажит. Значит, первое этот. Вихрь жмут и тут был. Под ебалом. Значит, вон. Это, бегай вместе со всеми. Короче, стоишь под лицом. И... это, дубьешь в лицо. Пофиг на ДПС, на промахи, на уклонение, на всю эту хуйню. Твоя задача ловить удар. Ошеломляющий. И должны ловить первая, вторая пати. 10 целей. Если будет меньше, будет вайп. Значит, руки закрывают Масхон, Линдрен и остальные 8 РДДшников. Так, первая, вторая пати. Ну, у вас только... Синтек тоже может, если надо. Синтек... хилит пускай. Этот. Значит, Роги, ложный выпад. Ну, под лицом тоже хилить можно. На каждый этот, как он называется, не надо. Там 10 человек есть. Смотрите, главное, заваром вихрь жму, чтобы он никуда лишнее не убегал. Вот. На Биг Дэм квадрат на него смотрите, на треугольник смотрите, чтобы нет, не выбежал куда. Куда не надо. Да, в лицо. Первая, вторая пати убьете в лицо. Там две совы, два вара, два ДК, три Роги. И кто это? А, злобный, блядь. Это. Может свичнуть его? Ну давай, злобный, да. В сову можно давай, сказать. Давай в сову, да. Давай в сову. Роги обязательно ложный выпад. И когда 30-40 стаков совы там, это, дубовку отдавайте. Ну, ультраприст ты тут был, соответственно, знаешь, да? Считуешь эту, блядь, первую, вторую просто и все, пока. Ну. Будете не закрывать руки, буду ругаться, блять, хули. Чек на пул. Какой чек на пул? Засумонить. Ну так ставьте вот шкаф. Хули так долго, блядь. А я ставил, сумонил, никто не тыкал. Ну тыкайте, значит, хуй знает. Вот, наше место тут, милики.
Че, присумонились? Еще раз проверка. У бафы давайте быстрее. Нет фласок. Это он мне какую-то хуйню пишет, да? Баф, дайте паралисту быстрее, блять. Будет баф сегодня или нет? Че, вы че там уснули? Биг дэм, что-то не готов. Кто каску дает, мне интересно. Вот на варе каски нету. Ну вот Инсика кресты дает. Я даю кулаки. А кто, сука, дает каску? Вы не можете сказать? Ну давай. Боря. Боря должен, наверное. Блять, вот это время. Такого не должно быть, это очень долго. Ой, или аддон ставьте, пали-пар, или что-то делайте, я хуй знает. А, понятно. Еще раз проверка. Дайте, пожалуйста, инду и пристабах по друидам. Присты, давайте быстрее. Инду и пристабах. Натуре. Магия, инду. Хорош, все погнали. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. А что за хуйня? У вас там руки не закрылись или что, блять? Почему закрылись? Все нормально. Ну а что там по ХП у рейда просело? Сука, не будете руки закрывать, блять. Песа, давай ты, потом я. Да, да, тихо. Значит, после следующего удара готовьтесь, первая, вторая патия. После вот этого удара уходите за спину. Уходите за спину. Кто-то тут со мной стоит, слышишь, Билдер? Ну что это за хуйня? Подъебало один, возвращайтесь все. Идира как сдох, блядь. Злобный рез его. Встанешь после удара, блядь. Ладно, все, выходи, кто там был. По идире каскула по пристабав. Бидон ставь тотем, ультраприз гимномана. Злобный по инсике залей. Вадикон побуребаю. Следующий ты тут закроешь. Равист по бидону. Ебаный босс, блядь, обзор пиздец просто. Вы кто-то его уменьшаете, что ли? Зачем вы это делаете? Ну, дайте Геру еще раз, пожалуйста. Вас просят об этом? Под лицом закройте. Под боссом. Пожалуйста, встаньте боссом.
А, за спину, убегайте, убегайте за спину. Так, сейчас будет адский. Все, возвращайтесь под ебало. У кого-то петы сдохли или что вот это? Почему 60 сейчас нахуй? Этого не должно быть. Ты в демоне что ли? Пес, а вы где? Под боссом. Ты в демоне что ли? Руки под боссом. Нет, нет, я в дестрике. Это, наверное, вы науменьшались, да? Кто-то настакал, блядь, лишнюю хуйню, блядь. Кстати говоря, это идите за спину. О, не, ладно, сейчас этот удар и после этого за спину. Все, теперь за спину. Хан, закрой руки. Возвращайтесь. Блять, а вы что там с руками не можете, ну, без вот этой залупы, без анонсов, без всяких? Или как? Ты их там за ручку водишь, что ли? Да не, мы просто тут втроем так стали. Какие-то я хуй знает, не самостоятельные, что ли, или что? Или руки не видно, я пойму, в каком-то, блядь, темном лесу. Что там, 15 лямов? Давай сейчас этот Нисика прожми массакру. На следующий удар. Вот на этот нажимай. Блядь, я прожимал уже. Я понял. Акиса, ставь тотем, шалфир на ману. Сейчас в ТТГ немножко поменяются пару тел, ну, которые в приоритете для Геры. Те, кто первый раз там... Чё, мне на друида? Ну, сейчас посмотрим. Сейчас пока сидите и получим. Лутанем печеньки. Так, печеньки. Рабит, сколько их там тебе осталось, блин? О, синдром друида, все ясно. Ну, вообще-то это было ластовое на салон. На мейнспек. Так, пэса получил. Это надо кому-то? Сейчас еще кару сегодня ебанем. Так, это на распыл. Ожерелье, вот, кстати говоря, кто-то хотел. Ну да, я хотел. То с 226 на дух. Да, кстати говоря, вообще параша полная. Ну, ГЦ тогда, вот видишь, я ж тебе говорил про него, что багруха вот эта нахуй не нужна за как у нас, за голду. А вот это нормальная тема. Вон этот вар надо тебе, будешь танчить, короче. А тебе бесплатно. Так, сейчас я ИП дам. Что там у нас, 1200, да? Так, теперь немножко переформируемся. Ты на ком пойдешь, история? На шалфире? Да, дальше так пойду. Так, тебе рыло скину. Портуемся там. Ну, сразу там Москон, допустим, не пойдет. ДД. Я могу не пойти, если кому-то надо. Сейчас, короче, сейчас переменим что-нибудь. Вот. Кто не пойдет, типа, кто на субботу готовится, в ТТГ смотрите, сейчас стрим. По тактике, то есть, чтобы вы понимали, остальные там, кто желающие есть. Вот, ты сейчас на сове пойдешь? Да. Ну там этот самый, у меня второй чарки нету, как она называется?